Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 36, из раздела «Основные задачи на дроби». Задание А. Найдем 1/2 от 3/4 метра. 3/4 для этого умножим на 1/2. Получаем, что сократить ничего нельзя, перемножаем числители и знаменатели. Получается 3/8 метра составляет 1/2 от 3/4 метра. Задание Б. 1/10 от 1/2 грамма. 1/2 умножим на 1/10. Сократить ничего нельзя. Перемножаем числители и знаменатели и получаем, что это равно 1/20 грамма. Столько составляет 1/10 от 1/2 грамма. Задание В. 3/4 от 1/10 килограмма. 1/10 умножим на 3/4. Сократить ничего нельзя. Перемножим числитель и знаменатель, и мы получим 3/40 килограмма. Это столько 3/4 составляет от 1/10 килограмма. Задание Г. 2/5 от 1/4 часа. 1/4 умножаем на 2/5. Получаем, что здесь можно сократить 4 и 2. 2 разделим на 2 будет 1. 4 разделим на 2 будет 2. У нас получилось 1/10 часа. Составляет 2/5 от 1/4 часа. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.